уголком обучения переходим к самому интересному, к маленьким и приятным акулам. Акулы известны тем, что очень любят туристов. Безусловно, любовь акул односторонняя, вне зависимости от того, что пытается обмануть турист. Что-то про 16 месяцев акул я слышал, но я не понял. Что 16 месяцев даже? Вынашивают, да, потому что они вырастают очень крепкие и ловкие. И после этого готовы на всевозможные подвиги в отношении русских туристов. Зачем собирался это делать? Чтобы уйти красивее. Вот на этой лодке плыли русские туристы на остров Беременной Девы. В итоге они оказались вот в этой вот маленькой акуле. Правда? Ням-ням-ням-ням. Покупайте Микоян. Они знают что-то, чего не знаем мы. Самые большие, но здесь есть гигантские рыбы, которых мы сейчас не увидим. О, это еще они. Не они. Это маленькие скотинки. А вот это наша маленькая рыбка под пиво. По размерам она примерно с кабанчик. Примерно, да, с кабанчика, с небольшую свинку такую. Но, ребята, вы не знали, что такое диоптрия до сих пор, видимо. Большой толстый рыб. Что, похоже на карась, да? Вообще реально просто карась. Ну и морда у тебя, карасик. Ну и морда, я тебе скажу. Слушай, что-то он какой-то недобро смотрит на нас. А тут еще вон большие сверху. Не, ну вот. Вы посмотрите, что он собирается делать, да? А вот скат над нами лежит. Ух, ядрит, ты точно налила. Я хотела бы ничего не упасть в бассейн. Я пула сверху поплыла. Ребята, привет! Четыреста рублей, короче говоря. Дикие деньги. Мурена? Это? Это? Ты у ней бейджик разглядел, Андрей, судя по всему. А, точно Мурена. Очень опасная. От нее вот эта Сикони спасет. Она же обычно в укрытиях сидит. Но она в укрытиях сидит, а потом... Походу, она застряла там. И она, если она что-то увидит блестящее, вот, ну, рыба, если, допустим, аквалангистом, что блестящее не снимет, она может напасть на него. Когда голодная, надела по телевизору. О, какая красивенькая рыбка. А телевизор же нас никогда не обманет. Смотри, скат решил ее съесть. Но он либо съест, либо другое собрался с ней делать. Ну там они же там счищают. А это приплыла на нас смотрит. Мы на нее напекарасы. Федор Михайлович, кстати, его зовут, скорее всего. Она меня повторала.
Самая большая скульптура. Руками не хватает. Когда ты смотришь на бездну, кто-то из бездны смотрит на тебя. Как говорил классик. Николай Васильевич Гоголь, по-моему, ты сказал, да, Андрей? Не помнишь? Я не понял. Ну и рожа у тебя шарап. Это какая-то тяжелая. Да, это тяжелая. Я смотрю, сколько их. Вот эти рыбки вообще. Слушай, эта треска вон там была, кстати. Я ее по консервам помню. Нет, это просто... Смотри, Тима, он сосался крыльями. Он на мою видеосъемку приплыл просто. Привет, Федор Михайлович, привет. А теперь на YouTube я могу выкладывать ролики до 15 минут длиной. Ура! У тебя Вольт аккаунт? Да, у меня какой-то там Вольт аккаунт. Что это такое? Ну, Андрей сам не знает, скорее всего. Да и я тоже. Ой, это... Да и не важно, что это такое. Оно здесь стояло? Да. Какие-то, смотрите. Они шкуры, смотри, чистые. А, да. Да, Андрей, ты прекрасен. Ну, из носа козявки такие торчат. Козявки по голове не всегда прикольно. А где у нее глаза вот так надо разобрать? Вон глаза, ты что, видишь, у нее глаза вот. Ну, так всегда тяжело. А дышать. Что это за дырки слева? Здесь много. Ну, это жабры. Жабры. Так, ведущий специалист России пытается пробиться сквозь туристов. Дима, если что, рыбы дышат кислородом, они его просто кислородные. Рыбка вот там еще раз приплыла. Они его там образовывают. Давайте посмотрим на этого гения. Ну, да. Ой, смотрите, это сейчас большая рыба, вот она, в натуральный размер. В натуре. Вот она, вот здесь вот. Ну, еще один ведущий специалист России подсказывает, где снимать. Она метр, короче, наверное, все-таки. Ну, нормально, короче говоря. Барбекю удачненькое такое будет. Смотрите, они стая плывут. О чудо, о чудо. Все-таки в телевизоре не обманывали, когда говорили, что рыбы плавают стаями. Слушай, ну прикольненько здесь. Ну, господа, всем обязательно на Ланкарье. Всем. Жаль, у Ланкави нет партнерской программы, 10% откатов. А где тигровая акула, вы мне скажите, я ее не видел ни разу. Скажите, чтобы она подождала немножко, я не успеваю все снять. Да и вроде всех снял уже. Вот она, точно. Тигровые акули с плющей. Она поверхность плавает, чтобы она по низу не плавает. А, кстати, вот Гомер Симпсон, познакомьтесь, пожалуйста. Идем дальше. Ну, давайте, дорогие друзья, скажем рыбкам до свидания. Будем надеяться, что с акулами мы не встретимся в море. А с треской на столе, будем надеяться, мы все-таки встретимся. Пока. Дальше какой-то звук, похожий на звук унитаза, подозрительно. Или водопада. Вот здесь вот русские туристы могут оставить свои рингиты. Давай сюда, ладно. Да? Мы на Калипе будем дайвингом заниматься. Давай.